Спасибо вам огромное за то, что вы этот вечер решили разделить с нами. Ну, мы очень рады этому. Спасибо огромное. Ну что, пригласили концерт, мы сделали. Да? Ну, может быть, не совсем то, что вы просили, правда, мы сегодня сделаем. А еще точнее, наверное, сказать, мы еще ничего не сделали, мы только собираемся сделать. Вот. Что из этого получится, мы, конечно, увидим. Мы назвали наш концерт импровизированным. Почему так? Об этом чуть позже. Ну, а сейчас, дабы вас сильно не утомлять речевыми оборотами, я так полагаю, что мы продолжим. Поехали. Приходили к нам.
Где-то далеко,
саду созрели вишни, наклонясь до земли, где-то далеко. Сказать, Саша с Василием загорелись ярким пламенем этой идеи,
таким ярким, можно сказать, с протуберанцами. Вот. И, скажем так, набросали скелет. Поэтому скелет у нас есть, а мясо мы наращиваем уже на концерте. Ну что, продолжим? Поехали!
сегодня находиться здесь и участвовать в этом концерте с этими прекрасными музыкантами, опытными и неопытными. Здорово. Вообще сейчас очень сложное время, и многие люди, конечно, переживают, что будет, как будет. Но мы все верим, что у нас впереди, у нашей страны, хорошее будущее, прекрасное будущее. И давайте сейчас мы немножко позволим себе в этот воскресный вечер отдохнуть, отвлечься, помечтать. Все-таки лето, оно заканчивается, и надо успеть еще насладиться вот этими последними денечками. И сегодня вся музыка рисует какие-то невероятные картины. И я хочу тоже добавить краску, добавить картинку. Представьте, море, горы, солнце, пляж.
сейчас я хочу рассказать вам, как переводится название следующей композиции. Ниже. Ничто выше не изменит мою любовь к тебе. Я думаю, это очень сейчас подходит про все наши музыкальные композиции. Все, оставляю вас наслаждаться. Жарко. Ну,
поэзией удивим людей. Поэзией? Чтобы настроиться. Попробуем. Послушай, как поет лето, как звезды звенят серебром, как нам улыбается небо, смеясь вместе с теплым дождем. И солнце играет на струнах, касаясь нас по утрам. И лето — большое чудо, что не подвластно часам. Бог ничего не ответил.
Он просто положил этот маленький кусочек глины человеку в ладонь.
все день в осенних лужах. И погас под звук моих шагов. На ветру продрог и слегка простужен. Город мой затих в ожидании снов. Thank you.
это наша авторская песня. Василий, это его идея была, он принес мотивчик, потом стали рождаться слова. Саша делал аранжировку, а теперь у нас еще два человека добавились к этой аранжировке. Так что это наша песенка. Которую мы точно знаем все, потому что она родилась 48 лет назад. То есть сколько людей уже за это время, да, сколько поколений. Поэтому вы узнаете сразу. Я не буду называть, я думаю, что вы догадаетесь.
нас мой маленький оркестр маленьких богов. Прекрасно меня улучшать, только портить.
же все на репетициях, я все это слушаю каждый раз. Я наслаждаюсь, правда. Это такое счастье. Спасибо вам, дорогие мои. Можно я уже уйду?
Так я чувствую по последней композиции, которая у нас прозвучала. Вы так шикарно пели! Я так чувствую, теперь мы сделаем, наверное, следующий концерт. Нет, мы будем играть, а вы будете петь. Нет, слова мы раздавать не будем. Пусть учат наизусть, как мы. Да. Наши Сергей Ильич заставляет наизусть все учить. Только не забывайте. Нет, ну здорово, конечно. Друзья, ну прежде чем мы подойдем к завершению нашего концерта, я просто хотел бы несколько слов сказать благодарности, без кого этот концерт не смог бы, конечно, состояться. Первое, это спасибо директору городского дворца культуры Ненашевой Татьяне за организацию этого концерта. За то, что мы смогли в воскресенье именно сделать этот концерт. Наша огромная признательность нашим друзьям, которые много-много лет уже оставляют память о наших выступлениях на фото и видео. Это Юрий Сокольников, студия «С» и Василий Шеев. Спасибо вам огромное. Сегодня в центре полетов, музыкальных полетов, у нас человек, который за несколько дней вдохнул жизнь в наши инструменты и в наши голоса. Спасибо за хороший звук, очень приятно работать. Тимофей Шестаков! Вот не знаю, говорили ли или нет. Говорили ли? Хорошо. Человек, для которого нынешний концерт стал дебютом, причем дебютом в полном смысле этого слова, который открывал полностью этот концерт, зафиксировал, но я не знаю, это другого стоит. Причем все это он выдержал с честью. Мы рады за такого человека, Тимофей Есипко! Позитивнейший человек,
Поддержка всем и во всем. Стопроцентная искренность и непосредственность. Человек, с которым очень легко петь. Наша барышня Елена Нескерова. Человек, про которого можно сказать, что это музыкант от Бога, который сыграет вам все. Он пишет свою музыку, он шикарно аранжирует чужую музыку. Человек, который играет на раз. Сегодня вы слышали, да и не только сегодня, на всех концертах, которые мы делаем, все аранжировки, это его авторские аранжировки. То есть этот человек играет просто замечательно. А это Александр Кураев. И, наконец, человек, добрались, который терпит все от нас, что бы ни происходило. Когда у нас не совпадают вообще по работе какие-то смены, и мы не можем собраться, когда вдруг случайно кто-то заболел, а уже концерт на носу, когда рвутся струны, или там, все просто, все терпит, все прощает. Когда надо, ругает, когда надо, хвалит. Наш руководитель Сергей Шейко. Спасибо огромное. Еще я хочу от себя сказать лично вот этим людям, которые стоят на сцене. Все люди рабочие. После работы нестись на репетицию, после 8-часового рабочего дня, кто после 12-часового рабочего дня, приходит на репетицию и еще 4 часа там, на этой репетиции. Ой, это да. Еще не каждая семья выдержит. Поэтому, друзья мои, огромное вам спасибо и низкий вам поклон за то, что вы делаете. И тогда еще спасибо нашим половинкам, которые нас действительно отпускают. Совершенно верно. Аплодисменты, малыш. Аплодисменты всеми, которые хотят все вернуться. Стоите с плечом. Друзья, мы, конечно же, наши аплодисменты именно вам. Какое счастье теперь для вас. Вот каждый раз мы выходим на сцену, и каждый раз видим вот эту вот энергетику, которая у вас есть. Но настолько это, просто необъяснимо. Описать это просто невозможно словами. Насколько получаешь удовольствие от вот такого общения. Спасибо огромное, и наши аплодисменты в вашу честь. Если еще, я боюсь, мы тут поплавимся немножко. Я
Спасибо, друзья. До новых встреч.